Всем привет, с вами Гам, и сейчас будем смотреть и обозревать новый сезон Фортнайта. Что поменяли, что добавили, стал ли он хуже, может что-то поменяли. В начальной менюшке только могу сказать, что добавили графику. Стало намного приятнее, но я понимаю, смотрите на FPS. Это в лобби. Ребятки, у меня при записи видео на эпических, я пробовал, у меня было 200 FPS, 150, но эпических это высокие. Вот оптимизация Fortnite говорит нам пока. Так, что посмотрим? Давайте сначала боевой пропуск. Посмотрим, что-то такое. Типа убирает. Я сейчас стоп. Начнем мы с этого, что я пойду куплю себе боевой пропуск, и сейчас я вернусь. Получаем мы Джонси, получить. Выходим. 1000 баксов у нас есть сразу. Так, смотрим, что у нас. Бесплатно это фигня. Рюкзак, который мы увидели на трейлере. С этой штучкой. Потом следующий скин. Я буду сразу говорить, параша. Джонси тоже параша. Ой, какое разнообразие я вижу в Fortnite сейчас. Это что другое? Ну, даже не знаю, что сказать. Параша, да, параша, как и сезон. Рюкзак, да, говно, особенно оптимизация. Извиняюсь, я поставлю минимальную графику, потому что это просто капец с оптимизацией. Так, мы остановились на этом скине, и вы знаете, что он параша, сразу видно. Что это? Ну, зачем такое говно в Fortnite добавлять? Говно? Это что за... Говно. Fortnite. А почему плащ сразу? Это без плаща может быть? Походу нет. Прикиньте, есть скин сразу с плащом. Ну, это хотя бы более-менее. Это, блин, ну, боевой пропуск покупать за такое говно просто. Эпики, с каждым сезоном все хуже и хуже, что сказать. О, скин прикольный. Лучше, блин, в магазине скины за 800 баксов намного круче, чем ваш боевой пропуск. Арена есть? Арена, сразу же смотрим, арена. Арена есть. А как? Достижения 5-го сезона 3 главы временно будут отображаться на укладке карьера. Мы вернем их на место в одно из будущих обновлений. А, ну пока что не будет моя арена. Не знаю, оцениваете этот боевой пропуск? Пишите в комментариях, для меня он говно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте 150 лайков. Я показываю свое рабочее место и свой комп. Всем удачи, всем пока. Короче, ролик еще не закончился, можно сказать. Это после моего пока я начал играть и понял. Блин, ребята, удаляйте эту игру. Зачем она? Зачем просто? Я сейчас прыгну на эту локацию. Сейчас по центре, смотрите просто. Прыгаю вот сюда. И какой же это варенье? Такую парашу делать с игры, я не... Понимаю, это... Ну, как с игры делать говно просто? Каждый раз делать говно с игры.
Я не знаю, у вас вроде не будет звука игры, но... Блин, все сюда падают, чтобы посмотреть на это говно. Меня сейчас сразу же убьют, да? А, ничего, зачем этот дом делать? Не, зачем вообще делать новый сезон, если верните старый, пожалуйста. Я просто буду молчать от этого говна. Кого-то уже убили. Есть помпа, и кому она нужна? Просто. Даже лута нет. Сколько я пробежал, лута нет. Я просто поражаюсь. Что это за оружки просто? Что это с Фортнайтом? Пожалуйста, скажите мне. Просто зайдите сейчас на стрим Бенджи Фиши. И посмотри, что там здесь курицы в игре есть, курицы, волки. Я серьезно эту игру удаляю, потому что это говно просто нереально играть. Это просто так... Такое говно сейчас творится с Fortnite. На пике задумайтесь, что вы творите, пожалуйста. Я купил бы пропуск, хочу деньги назад вернуть. Что мне играть это говно. А теперь всем пока, удаляйте Fortnite.